Друзья, приветствую вас на канале ICO стартапов и майнинга. Сегодня хочу поделиться с вами информацией о компании Starbase. Видеообзор я уже делал по данной компании, и он добавлен на канал. А сегодня речь пойдет именно о баунти компании, рекламной компании, которую проводит данный ICO стартап. Итак, друзья, немного еще повторюсь, что такое, в общем, баунти компания, рекламная компания, которую проводят ICO стартапы. У меня в группе, в Facebook-группе, которая создана ICO стартапы, баунти, я добавил пост, статью с подробным описанием, что такое баунти, с чем его едят, как зарабатывать монеты с помощью несложных рекламных действий социальными сетями, такими как Facebook, Twitter. Ну, суть здесь очень подробно все расписано, друзья. Я оставлю ссылочку в описании под данным видео. Кроме того, есть создан скайп-чат баунти хантеров, назовем это так, вот, в котором предлагают добавляться и делиться информацией про все баунти компании, которые идут на сегодня и будут в дальнейшем. Так сказать, создадим армию баунти хантеров. Так, друзья, давайте продолжим. Перейдем к самой баунти компании Starbase. Данный стартап добавлен на ICO Tracker. Вот, и здесь для удобства есть все социальные ссылки на ресурсы данной компании, с помощью которых будет удобно вот переходить и участвовать в той или иной компании, соответственно, ну и получать информацию. Для того, чтобы принять участие в данной компании, нам нужно перейти вот сюда, на главный сайт компании Starbase. Что мы видим? Давайте переходим. Посередине экрана есть вот ссылочка Join Star Bounty. Нажимаем ее и переходим в вкладку Bounty. Вам нужно зарегистрироваться, нажимаете Sign Up, прописываете электронную почту, придумываете сложный, соответственно, пароль, который не забываем. Вот, и нужно будет подтвердить на электронную почту подтверждение. Я сейчас захожу в свой личный кабинет. Итак, друзья, вот мы в личном кабинете. Как выглядит баунти изнутри? Все очень-очень удобно сделано. Похоже что-то как в компании Wings. Вот, очень будет просто контролировать свои баунти. В каком плане? То есть проделанную работу. Здесь все подсчитывается. Давайте посмотрим, что есть. Баунти, так, Facebook, пост лайки, там получается coming soon, то есть в дальнейшем скоро запустится вот эта данная компания по Facebook, то есть можно будет зарабатывать доли с помощью Facebook. Сейчас работает уже Twitter подписка, потом, соответственно, ретвиты, которые можно, ну, тут есть ограничение, но оно довольно-таки большое. Вот, всего 3200 ретвитов, и можно будет 1000 заработать монет в Stars. Вот, что для этого нужно? Во-первых, подписаться на Twitter, перейти по ссылке, подписаться. Давайте попробуем, покажу. Переходим, подписываемся и, соответственно, делать твиты и ретвиты, которые будут постить данная компания. Далее, потом, когда вы подпишетесь, нажимаете Claims, вот так вот будут выглядеть кнопочки, где вы еще не сделали, и вам будут зачислять баллы. Вот, например, самое главное, какие есть, давайте пройдемте. Есть подписка, то есть вы на главном сайте вписываете свою почту, соответственно, подтверждаете и нажимаете Claims. Оно проверяет и зачисляет вам 100 бонусов, баллов. Есть также Slack канал, которым также рекомендую вам зарегистрироваться. Вот, и, ну, нажать Claims, то есть подтвердить, вы также получите 100 баллов. Потом подписка на Twitter получаете. Twitter и твиты, которые вы будете на протяжении действия всей баунти компании это все делать. Вот, и подтверждать. И Facebook в ожидании, скоро добавят.
И что еще есть? Other Bounties. Нажимаем Submit. Нажимаем вот эту кнопочку и читаем. Translation, то есть переводы сайта, потом блоги, статьи, Support Stars. Вот это я не знаю, что это. Поддержка какая-то. Потом Bugs. То есть, если вы нашли какую-то ошибку в коде или в что, ну или там в описании сайта какие-то, вы тоже можете указать, и вам какое-то зачислят количество баунти. Потом видеообзоры о данной компании. Local Community Management. Вот я не знаю, что это такое. Потом Bitcoin Talk, подписная и аватар. Это для людей, у которых есть, соответственно, кабинет, вот, и вы зарегистрированы на форуме Bitcoin Talk. Я думаю, кто зарегистрирован, он понимает, о чем речь. Если вы не в курсе, я рекомендую в любом случае вам зарегистрироваться на форуме Bitcoin Talk, потому как там и с помощью данного форума проходит большое количество баунти компании. И еще один момент, большинство из них вы не можете поучаствовать, пока у вас нет, ну то есть личного кабинета на данном форуме, потому как форма, куда вы заполняете, ну здесь все уже как бы создано на сайте Starbase, вот личный кабинет, через который они будут подсчитывать ваши, получается, пост и всю проделанную работу, а в большинстве других компаний там через Google Docs документ заполняется форма каждого участника, и есть обязательным пунктом вот иметь кабинет, то есть прописать логин на Bitcoin Talk. Поэтому рекомендую, если вам интересно данное направление, обязательно зарегистрироваться и пользоваться форумом Bitcoin Talk. Так, это по другим баунти компаниям. Ну, в принципе, вот здесь все просто, удобно. Я уже проделал определенную работу, то есть подписался на электронную почту, потом на Twitter, на Slack канал и получил уже 270 баллов. Итак, друзья, это вся информация, которую я хотел с вами поделиться на сегодня о баунти Starbase. Потому, друзья, если вы решились поучаствовать в этой компании или в общем в какой-то компании ICO, читайте внимательно правила, это самое важное, потому как нужно выполнять полностью по правилам те или иные действия. Кроме того, все ссылки будут в описании по данным видео на все ресурсы, о которых я сегодня вам рассказывал. Также обязательно подписывайтесь на группу в Фейсбуке, в которой я публикую все новости по баунти компаниях, ICO стартапов. Обязательно добавляйтесь в скайп-чат баунти хантеров, в котором будет, соответственно, информация делиться о баунти компаниях, которые есть на сегодня и будут в будущем. Также, друзья, еще хочу сказать, если вам интересно направление ICO стартапов, баунти компаний, майнинга, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить последующие видео. Также стучитесь в Skype, если у вас есть определенные вопросы в данном направлении. Кроме того, у нас есть телеграм-чат, в котором обсуждаем мы баунти компании, ICO стартапы, криптовалюту. И есть Twitter, подписывайтесь на него, чтобы не пропустить последние новости. Все, всем большое спасибо за просмотр и до свидания, до следующего видео.